Где деньги? На самом деле, давайте вспомним немножко историю. Откуда в российской экономике в последние 15 лет появляются деньги? Как они образуются? На самом деле, все достаточно просто. Мы экспортируем различного рода сырье и получаем за это твердую валюту. Эта валюта продается на бирже и получаются рубли. Я немножко упрощаю ситуацию, но такая система называется currency board, то есть валютное управление, если так дословно переводить. Но на самом деле это система, которая привязывает российскую финансовую систему к американскому доллару.